Каждый год Зеленский военкомат отправляет на службу по контракту порядка 30 человек. На данный момент 5 будущих контрактников из Зеленска готовятся к прохождению службы. Накануне Дня Победы для них провели встречу с Айнуром Салиховым. Срочную службу он проходил в Армении, потом служил в Чечне. И вот сейчас проходит службу по контракту, подписанную на 3 года. Поначалу, когда я подписал контракт, как я уже говорил, то, что было сложно там, но потом... Когда узнал то, что с Татарстана есть там люди, вот именно в нашем подразделении у нас 150 человек, из них 60 человек с Татарстана. Вот с большинством из них я нормально и до сих пор общаюсь. Конечно, такая встреча интересна для будущих солдат, ведь намного полезнее и интереснее получить информацию, так сказать, с передовой. Айнур Салихов рассказал ребятам, с какими трудностями приходится сталкиваться, как государство поддерживает эту категорию о льготах и преимуществах. Я знаю, что на сегодняшний день выбрать военную службу по контракту – это престижно, это стабильность, это будущее молодого человека. То есть он... Поступая туда, если имеет среднее профессиональное образование, может получить и высшее образование, у него будет такая возможность. Но самое главное – это стабильность. За последние 3 года порядка 150 зайцев выбрали службу по контракту.